виноградный на каменной кладке, полуразрушенный свод. Я остаюсь, чтобы в этой загадке образы выбрать для слов. Капли дождя тишину нарушая, ловко стучатся в окно. Мне не обидно и мне не мешает, мне одиноко давно. Небо не видно, в природе не Настя, лист винограда дрожит. А для меня безграничное счастье вместе с листвою кружить. День зажигает улыбки прохожих, жжет позолотой листву. Как же нас много на солнце похоже, там за окном поутру. Доброе солнце и доброе утро, добрые лица людей. Странное дело, но это не трудно ближним увидеть друзей. Лист виноградный на каменной кладке, полуразрушенный свод. Я остаюсь, чтобы в этой загадке образы выбрать для слов. Капли дождя тишину нарушают, ловко стучатся в окно. Мне не обидно и мне не мешает, мне одиноко давно, мне одиноко давно, мне одиноко давно. Такая песенка про созерцание. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи». Я и ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях Сергей Гудаев, город Елец. Сергей, ты сейчас спел песню о друзьях, о листьях. Ну, о такое настроение у тебя. Я сидел, смотрел на тебя, слушал. И думал, что ты молодой, энергичный человек. Вот тебе все интересно, ты постигаешь этот мир. Вот. Ну, какой-то, знаешь, вопрос такой внутри зародился. Вот, вот энергия вот эта, которая в тебе, вот как ты ее, вот, своя личная энергия, молодого человека с божественной энергией, соединяется, и нет ли каких-то вот, ну, противоречий вот этой человеческой твоей природы. Вот бывает, что в нас, ну, много еще... Ну, бывает, что и ветхий человек, да, нас борет. Да, вот, и, ну, еще приметы разные века, которые нас в свои штампы затягивают. Вот как из этого всего ты выбираешься? Ведь даже та же самая гитара, да, берешь ля минор, да, и вот сыграл и наложил какой-то текст, ну, такой православный, и ты через это можешь как бы уже самореализовываешься. Как это понять, эту грань, когда ты можешь уже считать, что это могут слушать люди, что это нужно людям? Как этот человек сам может почувствовать это? Вот в тебе как это происходит? Да, хорошо, я вам объясню, понятно. Ну, ветхозаветный человек, мы, наверное, многие живут сейчас, современные люди, по Ветхому Завету. Как бы все-таки Новый Завет, Иисус Христос пришел, все уже сказал, разложил по полочкам, но мы все равно еще живем в Ветхом Завете, большинство. А насчет творчества хотел сказать. Знаете, как происходит? Вот... Это естественно все происходит, да, вот бывает какая-то строчка, вы как сам творческий человек знаете, крутится в голове, да, или что-то вы заметили, или какая-то мелодия сама в голове родилась, или во сне приснилась, или бывает просто в процессе работы, или просто сидишь, оп, что-то пришло. Но, во-первых, я все стараюсь пропустить через свое сердце и никогда не быть вразрез своей совестью. И, конечно, тому, что уже я знаю, да, то, что открыто мне через Священное Писание, через Духу Святых Отцов, я тоже это все читал, конечно, я тоже не вразрез с этим иду. Но знаете, как происходит в основном? Я сажусь за пианино, в основном пианино пишу, и начинаю искать мелодию. То есть бывает, сначала мелодия рождается, потом только стихи. Мелодию начинаю искать. И уже в процессе этого я чувствую, что что-то уже начинает зарождаться. Если я начинаю плакать, вот я вам честно говорю, я начинаю вот как раз вот, потом я песню исполню, Господь. Я вот именно так и писал. Тогда ситуация получилась, что у меня умирал отец, ну, к сожалению, он умер.
все мы там будем когда-нибудь, рано или поздно. И в этот период я писал эту песню. И я всегда пишу песни, либо в хорошем, либо в плохом состоянии, без разницы. Но, понимаете, когда у меня появляется чувство, знаете, такое, как во время молитвы, вот хочется плакать. Вот, не то, что там, а, здорово, как же это круто, а наоборот, вот ты самому аж, вот как в душе, это вот продолжение пошло. И вот тогда я чувствую, что, наверное, да, знаете, как получалось, что потом я там песни показывал, вот эту, многим людям разных профессий и разных конфессий, можно сказать, совершенно разным людям. И, в принципе, все сказали, да, душевно, очень за душу взяло. То есть, и тогда я понимаю, что это так и есть. То есть этот процесс и в других людях. Когда ты понимаешь, что, да, вопрос-то такой, что когда, как мы можем понять, имеем ли мы право, я тоже в том числе, но где-то вот эта грань, когда можем, ты сам себе говоришь, что ты можешь уже людям это что-то показать. Вот, когда понимаешь, что в тебе это происходит искренне, и что люди это могут, в людях тоже это может происходить, да? Это может быть созвучно кому-то, да? Ты как бы делишься своим состоянием. Ну, конечно, это же это, как бы это тоже исповедь своей стороны, когда делишься своим каким-то духовным опытом, своим мировоззрением, своим мироощущением. Ну, я хотел сказать, все равно я понимаю, что все люди уникально созданы, и нет похожих людей, нет таких вторых, как вот мы, вы и все остальные люди взятые. Каждый человек уникален по-своему, в своей стезе. Ну, просто... У всех свои какие-то разные определенные таланты, но все равно истина-то же она одна. И если это на самом деле написано от сердца, от души, это если написано, прожито это на самом деле. И правда-то она, как я уже сказал, одна, и она все равно достучится до слушателя, и слушатель ее правильно, адекватно воспримет всегда. Она всегда ему западет. Она всегда будет жить в нем. Потому что это же естественно в человеке. Любовь. Любить – это естественно. И Бог нам дал заповедь – люби ближнего своего. И Он есть любовь. Поэтому как бы это продолжение у нас всех идет. Общее у нас. Я думаю, пришла пора следующей песни. Вот ты сказал песня, как она называется? «Господь». «Господь». Ну, ее по-разному называют, либо «Покаяние». Ну, я в основном как-то назвал «Господь». Это как раз та песня, которая тобой прочувствована, да? Да, и с этой, можно сказать, песни все-то и началось. Почему я стал в духовной тематике альбом как раз записывать и работать сейчас. Клип будем скоро снимать, в Ельце. Сердце только здесь, пред иконою твоею, мой Творец. Сколько жил, не вспоминал тебя, пока в дом не ворвалась беда. Сколько в жизни грехов я сотворил, и заблудший весь не знал тогда, что твоя святая Божья кровь пролилась за грешников, как я. Господь, жизнь моя грешна, слеза горит свеча, она молитва моя. Я не знал все время, кто хранит меня от напрасной смерти адского огня. На коленях перед образом твоим материнской молитвою была. Господь, жизнь моя грешна, грешна, слеза горит свеча.
ночам. Она молитва моя. Открой свое сердце в храме вновь. Раскаяние, слезы наполнят душу кровь. Мой Господь, за все прости меня и прими покаяние грешника. Господь, моя грешна, грешна, слеза горит свеча, она молитва моя. Господь, жизнь моя, грешна, слеза горит свеча, она молитва моя. Спасибо, Господи. Я думаю, что вот кому-то такие песни очень нужны, особенно людям, которые ищут, ну, ищут, не определились, ищут себя, и через покаяние можно измениться, да, вот что очень важно. Человеку это очень важно измениться, и люди ищут, через чего бы можно было обрести себя. Да, самое главное — найти себя. Да. В жизни. Да. Ну, видите, у каждого человека свой путь все равно. Не каждому подходит. Каждому свой путь, свой крест каждому человеку, потому что мировоззрение у всех все равно разное, восприятие жизни разное. Но все равно ощущения одинаковые. Ну да, все же Господь нас создал по образу и подобию. Я тоже спою песню в ответ. Ну, сам слышу. Зачем не любишь, ищешь лжи? И где твоя одежда белая? Одни мечтания и миражи. Душа моя была доверчива, но суета земных сует и жизнь пустая и беспечная затмили мне небесный свет. Да, я выбрал коротенькую песню, но в том же ключе, вот, в котором ты
спел песню, можно сказать, поддержал эту тему о душе человеческой. Ну да. Ну, расскажи, что у вас там, как вы живете в Ельце? Ты сказал, что ты более провинциальный человек по своему складу. В Ельце очень хорошая жизнь, умеренная. Не зря, это же родина Бунина в свое время. Земляк у меня был Пришвин. Тихон Николаевич Хренников, который, вот, вы знаете, недавно тоже, умер. Да, знаю. Вот. Город очень красивый, очень много храмов, очень намоленный тоже. Вот, очень много людей ходит в храмы. То есть музыкальная жизнь там бурлит, училище искусств, университет имени Бунина, многие факультеты, о чем же я уже говорил, о том, что у нас и Владыка очень интересный, это сам музыкант, вот, он создает хоры. Ну, то есть уже создал архиерейский хор, где я принимаю участие, нас приглашают, и свой хор, в котором я пою, я во многих храмах пел, сейчас вот в Елецкой иконе Матери Божией пою, вот. Коллектив уже, наверное, больше 15 лет я с ними пою, то есть у нас такой профессиональный уже коллектив, то есть музыкальная жизнь бурлит, у нас разные всякие направления, музыкальные, литературные всякие, ну и про свою жизнь также пишу сейчас, вот, готовлю книгу к выпуску издательству, свои стихи как раз вот, уже скопилось большой материал, который уже надо реализовывать просто. Вот, ну что в Ельце? В Ельце сейчас... Монастырь тоже у нас действует женский, наконец-то, который знаменский. Вот, еще один есть монастырь мужской, сейчас тоже ЮНЕСКО его взяли, будут восстанавливать. Слава Богу, сейчас храмы благоухают, все у нас, жизнь пошла. Своя, наконец-то, епархия появилась. То есть раньше у нас была Воронежская епархия, потом Липецкая, а теперь уже Елецкая. То есть я этому радуюсь очень. И поэтому музыкальная жизнь пошла, и уже такая... Ну, как бы и воскресных школ очень много, и православная гимназия у нас есть в честь Тихона Задонского. Так что жизнь у нас идет таким чередом. Но знаете, зато там такая равномерная жизнь. Там никто никуда не спешит. Там идешь по улице спокойно. А вот выходные дни бывают, вымирает вообще город. То есть студенты приезжают к нам же из областей учиться. У нас же университет единственный такой. Вот. И очень много молодежи у нас в городе, а вот в праздники как вымирают в основном. Вот идешь по городу один и черпаешь вдохновение. Я теперь понимаю, от чего Бунин черпал вдохновение. Я был в том же храме, где он в колокольне звонил в свое время, она все это сохранилось, 19 века. И даже музей, не то что музей, у нас даже Пушкин гостил, проездом был мимо. Вот, потому что старая дорога вела на Москву через Елец, и поэтому и цари ездили, и много что было. И город так очень интересный, он был создан как нордпост, и поэтому, когда были какие-то набеги, то Елец все терпел в основном, потому что до Москвы 380 километров. То есть что случалось, сразу уже посылали гончего князю московскому, говорили там, великий князь, все, пришел там Баты, Мамай, Тамерлан и все такое. То есть город был трижды сожжен в свое время такими вот набегами. Но все-таки он жив, здоров. Слава Богу. И еще, люди, знаете, мужественно, да, там встречали? Да. И не хотел... сдавались никого там? Нет. Хотел вам сказать о том, что еще называется наша Елецкая земля, как говорят о том, что игуменья Богородица взяла на себя покров. Покровом своим защитила землю Елецкую. Есть такое предание давнее. Когда пришел Тамерлан, у нас там есть братская могила вот тех людей, вот где Вознесенский собор, там как раз в форме купола. Тех времен кладбища. Когда пришел Тамерлан, он полностью уже завоевал Елец. То есть у нас есть Красная площадь, она называется в честь не того, что красивая, а в честь того, что там недалеко река Сосна, и он порубил людей так, что вся Сосна стала красной от крови. По щиколотку крови было, поэтому и назвали так. И, значит, когда он порубил, уже ему осталось что тут уже? Все, Елец он взял, тут остался вот Москва, 380 километров ровно. И по преданию, как есть, что ему во сне в шатре приснилась дева с воинством. То есть он не понимал, кто это, что это. То есть с воинством, святым, с ангелами, архангелами. И она ему запретила идти. Она ему сказала, если ты повернешь, пойдешь дальше, то есть будет тебя ждать погибель. Когда он наутро собрал всех своих звездочетов, да, всяких вот этих экстрасенсов, можно так бы назвать их, вот, современным языком. И спросил у них совета, они сказали, да, они слышали об этом, что русские очень сильно чтят, это Матерь Божия, и поэтому надо ее послушаться.
И он как бы развернулся и повернулся и ушел, освоясь. Поэтому у нас есть икона в честь этого. А это вообще ситуация происходила, когда праздновалась Владимирская Матерь Божия. Вот в одно время. Угу. И поэтому даже крестный ход, насколько я знаю, был в Москве, потому что москвичи уже почувствовали, что паленым пахнет, что уже вот оно все. Они там был крестный ход, и вот как раз в это время ему явилась Матерь Божия, он повернул. А мы как бы потом со временем Елецкая Матерь Божия стала. Стали почитать. Время песни стало. Ну, да. Время петь песни. Хотел вот еще раз поблагодарить вообще всех, то что я очень рад, то что Питер для меня, конечно, особый город, здесь особая атмосфера, чувствуется дух интересный. Хотел отметить вообще людей, очень отзывчивые, подскажут, проводят, расскажут. Вот Александр Невская Лавра, очень здесь такое место намоленное. Просто я в восторге от того, что я в Санкт-Петербурге, на самом деле. Я здесь не первый раз, но очень мне нравится этот город. Слава Богу. А спеть я бы хотел такую песенку про этот мир. Угу. Ну, как бы я не люблю рассказывать о песне, потому что песня сама за себя все говорит. Да. Нам кажется порой, что этот мир чужой, что не хватает сил нам на пути, что кто-то виноват, и неудачам рад твоим. Виним мы всех подряд, и все нам здесь не так, из всех лишь мы одни всегда правы. Но кто же виноват нам в этом, лишь мы сами. Говорим одно, красиво только но, когда нужно помочь, уходим прочь лишь, успокоив себя, что это бы только не с нами. Посмотри на этот мир, ты увидишь, что ты не один, если ты наполнишь сердце свое добром. Отнесись ко всем с теплом, с пониманием, это ведь наш дом. Сделай шаг навстречу к свету, загляни ты в свое сердце, и на маленькой планете на капельку больше станет добрых людей. А если изменить, нам все здесь изменить, принять все тут как есть и полюбить, и заглянув в себя, другим простить их недостатки. Поймем, что есть одна в жизни общая строка, от каждого из нас зависит всех судьба, что нам здесь только жить, и что жизнь создаем себе сами. Мы вправе тут решать и вправе выбирать, добро или ту грязь, что душит нас, и изменим нашу жизнь не словами, а делами. Посмотри на этот мир, ты увидишь, что ты не один, если ты наполнишь сердце свое добром. Отнесись ко всем с теплом, с пониманием, это ведь наш дом. Сделай шаг навстречу к свету, загляни ты в свое сердце, и на маленькой планете на капельку больше станет добрых людей. Добрых людей. Добрых людей.
Спаси Господи. Дорогие мои, еще раз вас с праздником Рождества Христова. У нас в гостях был Сергей Гудаев. Мы прощаемся с вами. До встреч. До новых встреч. Тоже хотел пожелать всем добра, мира, счастья, любви. Спасибо, Господи. До свидания.